Украина проигрывает войну на истощение, потому что не успевает пополнить личный состав и технику. Об этом заявил изданию Forbes украинский аналитик под ником Татари Гами. По его словам, ВСУ ежемесячно с трудом набирает 20 тысяч человек и теряет столько же. Он также отметил, что даже если Россия остановит наступление и перейдет к обороне, у Киева не хватит ресурсов для того, чтобы вернуть свои территории ни к границам 1991 года, ни к 2022. В свою очередь, аналитик Филадельфийского исследовательского института внешней политики Рубли считает, что ситуация продолжит ухудшаться, если численность мобилизованных солдат в Украине продолжит снижаться. А Россия сможет также ежемесячно пополнять армию, в том числе и за счет северокорейских солдат. В этом случае положение ВСУ исправит помощь зарубежных партнеров. Напомним, ранее Киев заявил, что северокорейские военнослужащие проходят подготовку в России, а южнокорейская разведка подтвердила, что КНДР направит около 1500 солдат в Россию. СМИ сообщают, что на этом фоне Южная Корея рассматривает возможность отправки военных в Украину.